Алло. Владимир Андреевич, здравствуйте. Добрый день. Вас приветствует технический отдел ПАО «Сбербанк», младший специалист Алексей. Владимир Андреевич, обращаюсь к вам касательно такого вопроса. 2 минуты назад была подана заявка на смену вашего финансового номера. Подскажите, вы данную заявку подтверждаете? Финансовый номер – это в смысле мой номер телефона, который в банке указан? Да, все верно. Номер, который вы оставляли банку для обратной связи. Нет, я сейчас на работе, я никак не мог этого сделать. Это значит, какие-то мошенники. Я вас услышал. В таком случае также по системе нашего банка отображается попытка перевода денежных средств по вашему лицевому счету на 8000 рублей. Вы эту заявку также не совершали? Нет, конечно. И мне СМС никакой не приходило с подтверждением. Ну, это очень странно, Владимир. Ну, в таком случае, так как вы не подтверждаете ни одного из вышеперечисленных действий, мы можем расценивать данные действия как действия мошенников. Также по регламенту банка я буду обязан задать вам несколько вопросов под запись данного разговора, после чего я переведу вас на специалиста службы безопасности для отмены дальнейших действий. Ну хорошо, дабы приостановить все, но дело в том, что я сейчас на работе безумно занят. Я освобожусь примерно через час. Хорошо, Владимир, в таком случае я свяжусь с вами через час. Да, вы пока приостановите там все это, потому что я точно 100% под запись разговора подтверждаю, что это не я делаю. Я вас услышал, Владимир. Хорошо. В таком случае через час мы с вами еще раз свяжемся. Спасибо, да, буду ждать. Да. Договорились. И вам спасибо. До свидания. Алло. Владимир Андреевич, здравствуйте. Звонил вам сегодня из Сбербанка, младший специалист Алексей, помните? Да, да, конечно, помню, жду вашего звонка. Что там случилось? Я просто зашел в онлайн и посмотрел, что вроде все мои деньги на месте. Да, все верно. Ваши деньги на месте, но была совершена попытка перевода ваших денежных средств. То есть у мошенников есть данные, и они могут продолжать подобные попытки, вне зависимости, сколько у вас денег там. Понимаете это? Угу. И что теперь делать? Сейчас нам необходимо будет составить заявку для финансового отдела. Позже я вас переведу на специалиста службы безопасности для отмены всех дальнейших действий. Угу. Сначала необходимо вам будет ответить на несколько вопросов. Подскажите, Владимир Андреевич, информировали ли вас ранее, что такое лицевой счет? Нет, понятия не имею, что это. Лицевой счет я вас проинформирую более детально, чтобы не было разбирательства. Это единый универсальный счет для всех банковских структур. Он предназначен для внутрибанковских переводов, а также закреплен за вашими паспортными данными. Он состоит из всей банковской ячейки, которых вы используете. Это кредитные карты, дебетовые карты, сберегательные счета, накопительные и другие счета. Доступ к лицевому счету имеют только сотрудники банка. Это операционисты горячих линий, операционисты отделений и их руководители. Понимаете? Угу. Но у меня только в Сбербанке. Владимир Андреевич. Нигде в другом месте нету. Да, я понимаю. По этой причине, так как доступ к вашему лицевому счету имеют только сотрудники банка, мы всю информацию из системы касательно вашего лицевого счета изъяли, чтобы у мошенников больше не было доступа к вашей личной информации. Угу. Подскажите, Владимир Андреевич, сталкивались ли вы ранее с фактом мошенничества? Нет, никогда такого не было. Я вас понял. Также подскажите, карты нашего банка либо других банковских структур вы теряли за последние 30 календарных дней? Нет, нет. У меня всего одна карта. Я вас понял. Подскажите, вы визуально можете убедиться в наличии вашей карты? Да, я уже убедился после вашего первого звонка. Она при мне. Я вас услышал. Также подскажите, личный кабинет Сбербанк Онлайн. Вы использовали с мобильного устройства или с персонального компьютера? С мобильного обычно. Я вас услышал. На данный момент я буду составлять заявку для финансового отдела нашего банка, чтобы в случае списания денежных средств с мошенниками банк вам компенсировал сумму списания в полном объеме. Для этого подскажите, Владимир Андреевич, являетесь ли вы вкладчиком нашего банка? Под вкладом я подразумеваю внесение денежных средств под процент на определенный срок, ну то есть депозит. Да, являюсь.
феврале. Я вас услышал. Подскажите, по вашему вкладу, какое было последнее, какая была последняя операция? Снятие, пополнение, пролонгация? Нет, это было вот пополнение. Ну, положил я на депозит. Это было ровно 300 тысяч. 300 тысяч – это баланс, который вы фиксировали после пополнения, верно? Но это именно на депозите, если вы спрашиваете. А на текущем расчетном, то сейчас там 132 тысячи. На вашей дебетовой карте, правильно? Да. Я вас услышал. Также подскажите, какое последнее действие вы совершали по дебетовой карте? Снятие, оплата, перевод? Оплата в магазине вчера была. Я вас услышал. Подскажите, кредитной картой нашего банка пользуетесь? Нет, не пользуюсь. Мне предлагали. А на отделение банка получали кредитную карту? Нет. Я вас услышал. Подскажите, какие-то дополнительные счета накопительные, может, валютные у вас есть, сберегать в нашем банке? Нет, нету. Я вас услышал. Я правильно понимаю, вы являетесь клиентом только Сбербанка? Да, только Сбербанка, да. У меня был раньше Тинькофф, но там уже денег не осталось, и уже, наверное, счет закрыли, я думаю, давно. Я вас слышу. Владимир Андреевич, финансовый отдел по ходу нашего разговора предоставил информацию, что также в системе отображается заявка на потребительский кредит, которая была предварительно одобрена и готовится к зачислению. Подскажите, за последние 3 часа вы подавали заявки на потребительский кредит в нашем банке? Нет, конечно. Я на работе был, я вообще ничего не делал. Я вас услышал. В таком случае мы фиксируем данный кредит так же, как действия мошенников, которые воспользовались вашими паспортными данными для подачи заявки. Позже я вас переведу на специалиста службы безопасности для отмены всех действий. А сейчас мне необходимо собрать дополнительную информацию для того, чтобы специалист службы безопасности мог более точно определить, почему система одобрила заявку, которую от вашего имени подавали мошенники. А как так может быть, что система одобрила заявку без меня? Я вообще не понимаю. Даже смс мне никакие не приходят. Видимо, все, ну, как мошенники скомпрометировали ваши паспортные данные, они в заявке всю информацию указали, скорее всего, юридически корректно. Именно поэтому система и одобрила данную заявку. Угу. Ну, так это значит, работники банка, вы можете как-то их вычислить, я так понимаю? Да, в данном... Ой, что-то связь плохая становится. Владимир... активное кредитование. Что еще раз? Я очень было плохо слышно почему-то в последний момент. Активное кредитование в нашем банке используете? Нет. Я вас услышал. Также подскажите, ранее кредит брали в нашем банке или в других? Когда-то брал, да, но у меня уже все закрыто. Брали на покупку квартиры. Подскажите... Ипотека, я вас услышал. Просрочки по данной ипотеке были какие-то? Нет, никогда не было. Все вовремя отдали, даже раньше отдали. Я вас услышал. Также подскажите, на сегодняшний день вы являетесь официально трудоустроенным? Да, конечно. Я так правильно понимаю, зарплатный проект вы получаете в нашем банке на дебетовую карту, все да, верно? Да, все верно. Подскажите, какую сумму дохода вы фиксируете ежемесячно по вашему зарплатному проекту? Ну, около 85 тысяч. Я вас услышал. Также подскажите, на протяжении какого времени вы получаете данную зарплату? Больше 10 лет, так точно. Владимир Андреевич, подскажите, на сегодняшний день сколько вам полных лет? 37. Я вас услышал. Владимир Андреевич, в таком случае я данную информацию передаю на финансовый отдел. На данный момент вам необходимо будет пройти процедуру верификации
которая производится с помощью роботизированной системы, для того, чтобы мы убедились, что вы действительно являетесь клиентом нашего банка. После мы переведем вас на старшего специалиста службы безопасности для отмены всех мошеннических действий. Процедуру верификации можно пройти исключительно по открытой информации. Таковой информацией для вас является либо номер сбора о банковском обслуживании, либо номер любого активного пластикового продукта. Банк предоставляет вам выбор, как вам будет удобнее пройти процесс. Пластиковый продукт, это вы имеете в виду карту мою, да? Ну да, да. Да, договор я, конечно, не найду сейчас. А карта есть. Я вас услышал. В таком случае сейчас я буду переводить вас на роботизированную систему. Вам нужно будет медленно и членораздельно называть номер вашей карты по одной цифре. Вы готовы? Да, да. В таком случае перевожу вас на робота. Называйте номер после сигнала. Это вот эти 16 цифр, которые на карте, да? Да, все верно. Да, хорошо. Роботизированная система фиксации подключена. После сигнала произнесите номер карты. 4854-6304-1758-0530. Я вас услышал. Роботизированная система полностью вас подтвердила как клиента нашего банка, распознала. Владимир Андреевич, да-да. Подскажите, все ли вам было понятно по данному вопросу? Давайте подведем краткие итоги. Было подано две заявки. Первая на смену вашего финансового номера, вторая на попытку перевода денежных средств вашего лицевого счета. После этого мы зафиксировали это как факт мошеннических действий, так как вы не подтвердили. Потом поступила информация, что на вас был одобрен потребительский кредит, который был уже одобрен и готовится к зачислению. Сейчас я буду вас переводить на специалиста службы безопасности, который поможет вам в отмене всех дальнейших действий. У вас остались ли вопросы как специалисту? Нет, не остались. Давайте отменять это все побыстрее. Я вас услышал. В таком случае оставайтесь на линии, я вас перевожу на специалиста. Угу, хорошо. Владимир Андреевич, здравствуйте. Да, добрый день. Вас приветствует старший специалист службы безопасности Центрального банка Российской Федерации. Меня зовут Демидов Сергей Александрович, наш номер разговора записывается. Угу. В данный момент я принял запрос от технического отдела Павловского банка касательно мошеннических действий к вашему лицевому счету. Необходимо буквально несколько минут для того, чтобы ознакомиться с данной заявкой. За это время кратко меня проинформируйте, что у вас произошло, по какой причине вы соединились с специалистом службы безопасности и также какую информацию ранее для вас предоставили. Вы знаете, я все понимаю вроде как, но у вас голос очень прерывается, так как будто вы как робот говорите. Вы не можете меня перенабрать на всякий случай? Может, лучше будет связь? Очень плохо слышно. Сейчас меня также плохо слышно, Владимир Андреевич. Да, вы все время вот как робот, понимаете? Очень тяжело. Возможно, это только... Очень тяжело догадываться, только о чем вы говорите. Пополнить повторный звонок? Да, сделайте повторный звонок, пожалуйста. Алло. Да, Владимир Андреевич, это Демидов Сергей Александрович, ваш специалист по безопасности. Сейчас меня лучше слышно? Да, сейчас лучше слышно, однозначно. Да, я принял запрос, успел уже также ознакомиться. У меня указано то, что от вашего имени в систему банка была подана заявка на смену номера телефона, также то, что была попытка перевода по вашему единому лицевому счету, и также отображается заявка на получение потребительского кредитования, подана с использованием ваших паспортных данных. Вы ничего из вышеуказанных действий не выполняли, правильно? Ничего не выполнял, поэтому отменяйте все смело. Владимир Андреевич, к сожалению, это так не работает. По нажатию одной кнопки все эти действия отменить невозможно, но я вам предоставлю информацию по отмене данных действий. Скорее всего, в дальнейшем необходимо будет проследовать в отделение банка для отмены всех этих операций. В первую очередь, я вам обязан сообщить о том, что вся информация, которая была предоставлена мне вам сотрудником технического отдела,
и также вся информация, которую далее для вас буду предоставлять я, в полном объеме является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьих лиц. Это регламентируется статьей 183 Уголовного кодекса Российской Федерации. А именно, это статья о незаконном получении и также разглашении банковской, налоговой и коммерческой тайны. По причине этого все ваши родственники, друзья, знакомые, также коллеги по работе для банка являются третьими лицами. И никакой информации о сотрудничестве с банком и в целом возникшей проблеме у вас в банке до окончания разбирательств вы абсолютно никому не разглашаете. Это было понятно уточнить? Ну да, было понятно, конечно. Хорошо. Также уточните, вас проинформировали о том, что такое единый лицевой счет и также кто сейчас подозревается в мошеннических действиях? Ну, сказали, да, что лицевой счет это какой-то, который объединяет все мои банковские счета и там все остальное. Хотя у меня всего один счет в Сбербанке, все, больше у меня нигде нет ничего. Вот, и сказали, что это, скорее всего, да, что это банковские сотрудники там что-то. Да, да, все верно. Сейчас проблема состоит именно в вашем внутрибанковском счете, который в первую очередь распространяется на все банки на территории Российской Федерации и хранит в себе ваши персональные данные, такие как паспорт, регистрационные, и является платформой для всех ваших последующих продуктов. Mm-hmm. Соответственно, доступ к данному счету был только у работников банка, которых мы и подозреваем в факте совершения мошеннических действий. Исходя из этого, скажите, вы помните адрес отделения, в которое обращались в последний раз, а именно это общались с операционистом и предоставляли ваши паспортные данные? Можете в таком формате указать город, улица и как банкоотделение вы посещали в последний раз? Да, это было в Калининграде, недалеко от моего дома. Я на Тельмана 19, а... Ой, какой же там номер у нас у Сбера? Наверное, Тельмана не то 32, не то 23, как-то так. Сейчас, одну минуту. По улице Тельмана, отделение Сбербанка? Да. Так, по улице Тельмана отделение Сбербанка не отображается. Как давно вы посещали отделение? Возможно, оно закрылось уже? Ну, это было давно, я не знаю, может, год назад примерно. Я карту выбирал. Я вас понял. Скажите, в принципе, возникали когда-то недопонимания с работниками банка, конфликтные ситуации, возможно, некорректное обслуживание было? Да нет, ничего такого не было вроде бы. Я вас понял. В любом случае, сообщаю вам о том, что всю информацию я передаю сотрудникам правоохранительных органов. Отделения банков, в которых вы когда-либо обслуживались, будут первоначально проходить перепроверку. И также будет возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. А именно это по части 2, это мошенничество лицом с использованием служебного положения. И часть 3, это мошенничество группой лиц по предварительному сговору. В дальнейшем, после завершения всех регламентных работ, вам необходимо будет посетить управление правоохранительных органов для отдачи показаний, также написания заявления. Но предварительно, в течение 10 минут после того, как правоохранительные органы обработают запрос от банка, будут с вами связываться. То есть у вас отобразится звонок по второй линии. У вас она поддерживается на мобильном устройстве? Да, поддерживается, да. Вот, когда вы услышите параллельно входящий вызов, вы предварительно мне об этом сообщаете. И только после того, как я подтверждаю, что это действительно правоохранительные органы, данный звонок вы принимаете. Это было понятно? Да, хорошо, да. Хорошо. Владимир Андреевич, мне также вам необходимо будет направить документацию на ознакомление. Уточните мессенджер, WhatsApp, либо же Viber. Используете на мобильном устройстве? О, я когда-то у меня был, да, этот WhatsApp, но я не знаю, я им очень давно не пользовался, надо перепроверить будет. Я вас понял. Хорошо, в дальнейшем тогда перепроверите, мы вам направим документы, и также я вам направлю смс со своего корпоративного номера телефона для того, чтобы у нас с вами был чат для обратной связи. Угу. Поскольку в данный момент мы с вами ведем диалог по защищенной линии, это означает то, что она является односторонней, и самостоятельно вы по ней со мной связаться не сможете. То есть она только для исходящих звонков. Соответственно, для обратной связи у вас будет мой рабочий номер телефона в WhatsApp, куда сможете направлять свои смс, либо совершать звонки, если возникает такая необходимость. Но в целом, до окончания разбирательств мы с вами будем оставаться на линии по двум причинам. Первое, это к нашему с вами разговору. Была подключена система антифрод. Это система, которая позволяет в автоматическом порядке производить оценку и мониторинг всех входящих заявок. И в случае, если мошенники попытаются повторно перечислить ваши средства, либо же оформить на вас еще одно кредитование, это будет автоматически приостановлено системой.
Помимо этого, наш с вами разговор в полном объеме записывается. Дальше будет передаваться сотрудникам правоохранительных органов и предоставляться в судебном разбирательстве. То есть запись диалога будет являться доказательством того, что действий, которые сейчас происходят в системе банка от вашего имени, вы самостоятельно не совершали. Это было понятно? Да, да, понятно. Хорошо. А уточните, вы сейчас на работе дома находитесь? Нет, я сейчас дома нахожусь. Вы сейчас один дома находитесь, либо же у вас есть третье лицо? У меня есть, но никто меня не слышит. Я вас понял. Дальше, если во время нашего с вами разговора будут входить третьи лица, помните о том, что наш с вами разговор должен быть конфиденциален. То есть с третьими лицами вы при них со мной диалог не ведете, им также информацию о том, что вы общаетесь со службой безопасности, не предоставляете. В данный момент мне необходимо кратко сверить информацию, которую ранее вы предоставили сотруднику ПАО «Сбербанк». Вы указали то, что на сегодняшний день у вас используется в Сбербанке два продукта, а именно это дебетовая карта, которая является вашей доходной, и также вклад. По дебетовой карте у вас крайняя операция была оплата с остаточным балансом в 133 тысячи рублей. 132 с копейками. Я вас понял. И по вашему вкладу после пополнения остаточный баланс составляет 300 тысяч рублей. Все верно указано? Да, все верно. Я вас услышал. Также на сегодняшний день заработный проект вам поступает в размере 85 тысяч рублей. Уточните, это у вас фиксированный заработный проект, либо же варьируется ежемесячно? Ну, плюс-минус. По крайней мере, последняя зарплата была 85. Вот. Бывало чуть меньше, там на несколько тысяч, бывало чуть больше. Я вас понял. Уточните, карту зарплатную первоначально оформляли самостоятельно в отделении банка, либо же от работодателя вам оформление происходило? Нет, в отделении банка. В отделении банка самостоятельно, услышал. Также на сегодняшний день активных кредитований не имеется у вас, но ранее вы пользовались кредитными услугами. Я так понимаю, в Сбербанке ранее кредиты брали? Да, ипотека у меня была. Я вас услышал. Так, также в банковских структурах вы на сегодняшний день не обслуживаете? Мне идет параллельный звонок, заканчивается на 37.55. 37.55? Да. Посмотрите, это мой номер телефона, либо это входящий новый? Нет, это входящий сейчас идет у меня. Нет, это не правоохранительные органы. Сейчас одну минуту я просмотрю. Нет, мне не пришел еще ответный запрос от них, то, что будут с вами связываться. Но в скором времени они должны будут связаться. Если услышите параллельно еще один звонок, да, вы мне об этом сообщите. Я так понимаю, ранее в других банках вы не обслуживались, правильно я понял? Ну, у меня был когда-то Тинькофф, но это было очень давно, и там, я думаю, что того счета уже и не существует. По крайней мере, у меня о нем уже не осталось даже информации никакой. Я вас понял. Уточните, вас за последнее время паспортные данные не передавали в сторонние организации, возможно, туристические агентства, брокерские компании и так далее? Но в прошлом году было. Мы в Сочи ездили, но я не знаю. А вот теперь еще мне звонит номер с окончанием 3-6 на конце. 36-66. Нет, это то. Тоже не то? Нет, не это понимаю так, тогда кто-то. Нет, это не правоохранительные органы. Возможно, это как раз-таки с вами пытаются сейчас связаться мошенники. Неоднократно бывали случаи, потому что они уже понимают, скорее всего, что вы работаете со службой безопасности и могут пытаться связываться с вами для того, чтобы скомпрометировать нашу работу, либо же ввести вас в заблуждение с дальнейшей целью хищения средств. Поэтому во время нашего с вами диалога без согласования со мной никаких посторонних звонков не принимается. Также, поскольку в дальнейшем потребуется посетить отделение банка для устранения данной проблемы, уточните, у вас ваши документы при вас находятся, паспорт и также ваша карта? Да, при мне, конечно. Я вас услышал. Уточните также, у вас на мобильном устройстве сколько процентов заряда в данный момент? 47. У вас есть, возможно, портативное зарядное устройство, либо же Powerbank? Нет, к сожалению, нету.
Я вас понял. А у вас дома сейчас есть возможность установить мобильное устройство на зарядник от сети? Да, есть. Да, по возможности поставьте сейчас мобильное устройство на подзарядку, потому что наш с вами диалог может быть достаточно длительным. Помимо этого, нужно будет посетить отделение банка и там уже провести ряд определенных действий для переактивации вашего единого лицевого счета, а также отмены кредитования. Вы самостоятельно, так понимаю, никаких заявок на кредит в последнее время не подавали? Нет, нет, конечно, нет. Я вас понял. Возможно, вам в последнее время участились смс от банков, либо же звонки о том, что вам одобрен кредит, придите, заберите деньги там и так далее. Нет, тоже такого не было. Я слышал. Для данной информации передаю специалистам кредитного отдела, они будут работать над отменой мошеннической заявки. Uh-huh. Я вам в дальнейшем обязательно сообщу результат, как только мне поступит какая-либо информация. Наша с вами первостепенная задача будет это обезопасить ваши личные денежные средства путем переактивации единого лицевого счета. А что такое переактивация этого счета? Как это вообще происходит? Я вам все объясню подробно. Вам поступит документация, там вся процедура указана. То есть, грубо говоря, нужно будет его удалить и активировать новый, поскольку там лицевой счет, поскольку он является внутрибанковским, да, то есть как платформой, к которой уже привязаны ваши карты и счета, то его заблокировать нельзя. Его можно только удалить и активировать новый, чем мы с вами и будем заниматься. Мне также в данный момент пришел ответный запрос от правоохранительных органов о том, что передали материалы дела уже следователю. Это значит, опять ко мне идет звонок, время... заканчивается на 6003. О, но его очень быстро. Это, вот, как раз... Но его очень быстро сбросили это... почему-то. Так, я вас понял. Но это уже были правоохранительные органы уже, да. Когда вы услышите параллельно еще один звонок с окончанием 6003, вы сразу же его принимаете, после чего я с вами свяжусь самостоятельно, либо же свяжитесь со мной через мессенджер WhatsApp. Ну, WhatsApp нужно будет восстановить. Вот, звонят опять, мне отвечать тогда? Да, принимайте вызов. Хорошо. Алло, да. Алло, да, слушаю. Да, Владимир Андреевич, здравствуйте. Добрый день. Управление Федеральной службы безопасности, Князев Андрей Александрович, с вами на линии. Так, смотрите, у меня был получен материал с заявлением от Центрального банка, где указано, что вы подверглись мошенническим действиям со стороны сотрудников отделения. Документ у нас заверил Демитров Сергей Александрович, специалист Центрального банка. С вами такой связывался, общались уже? Да, общались. Хорошо. Я ознакомился с материалами дела, то, что у вас происходит, далеко не первый случай. Кто-то из сотрудников банка решил воспользоваться своими полномочиями в личных целях. По данному факту будет проходить расследование, в ходе чего будем уже более детально выяснять, откуда эти действия совершаются, да? Кем и когда. То есть первые подозрения падают действительно на сотрудников банка, поскольку вам ни смс-уведомления о смене номера не поступало, а также о переводе, о транзакции, которую вы не подтвердили, также не поступало подтверждающих смс-уведомлений, то есть была попытка смены финансового номера телефона. Кто может эти действия сделать? На данный момент предположения падают исключительно на действующих сотрудников из Калининградской области. Вы же там сейчас находитесь, правильно? В Калининграде, да. Хорошо. Помимо этого, вам необходимо понимать, с кем вы ведете диалог. То есть проверить мой номер телефона. Как проверяется номер телефона? Через интернет-порталы, такие как Яндекс, Google. Пользуетесь такими? Ну, пользуюсь, да, конечно. Давайте сейчас мы зайдем с вами в поисковик Яндекс, наш отечественный, да, впишите туда номер телефона, с которого я звоню, и увидите, с кем вы общаетесь. Хорошо? Сами знаете наше время. Сейчас позвонить, представиться можно кем угодно, правильно? Ну, хорошо, сейчас вот я пробую зайти. Да, параллельно ведя со мной диалог, заходите в Яндекс. Если необходима моя помощь продиктовать номер телефона, да, скажите мне. Да, продиктуйте, потому что мне неудобно прыгать туда-сюда. Конечно. Хорошо, вы зашли в сам Яндекс, уже нажали, да, на поисковую строчку, клавиатура появилась, да? Появилась, да. Отлично, пишем теперь номер. 8-812. Да. 438. Угу. Так, 6003. И нажимаете кнопку «Найти».
в управление Федеральной службы безопасности России по городу Санкт-Петербург. А почему по Санкт-Петербургу? Потому что сейчас наше управление, главный отдел находится в Санкт-Петербурге, нас перевезли с Москвы. А в Калининграде большую часть, скажем так, самого управления также была перенесена либо же в Екатеринбург, в Санкт-Петербург, либо же в Москву. По той причине, что сейчас, скажем так, ситуация накаляется в связи с внешней угрозой. Сами понимаете ситуацию с Калининградом, там также блокаду сейчас поставили, поэтому большая часть самого управления, да, она была переведена в другой город. Угу. То есть оперативники находятся у нас в Калининграде, не переживайте. Задержания, обыски, проверки самих отделений будут совершаться действующими сотрудниками из Калининградской области. Но управление проходит все операции именно в Санкт-Петербурга. Понятно. Хорошо. Понятно. Номер телефона вы мой проверили. Теперь выходите из Яндекса, внимательно меня послушайте. Угу. В первую очередь от вас требуется соблюдение двух уголовных статей. 183 УК РФ и 310. Это не разглашение данных. 183 это данных банковская, коммерческая тайна, да, а 310 это у нас данных предварительного следствия. Я думаю, вы понимаете, что до окончания всей операции никто не должен знать о сложившейся ситуации, поскольку имеется факт донесения данной информации действующим сотрудникам. Они тогда смогут, скажем так, стереть за собой следствие, правильно же? Чтобы такого не произошло, от вас данная информация никуда не разглашается. Я даже жене не могу говорить, что ли? Конечно. Я понимаю, что это ваш самый близкий человек, да? Но бывали такие случаи, когда родственникам о данной ситуации рассказывают, они просто сразу же, не выслушав ситуацию, бегут в отделение банка. Зачастую попадают на действующих сотрудников, которые превышают полномочия. Таким образом, они стирают данные, которые они совершали, и потом пиши пропало, Владимир Андреевич. Сами понимаете ситуацию. Мне запороть операцию... Не нужно сейчас, хорошо? Да, хорошо, понял. Так, помимо этого, ознакомливаю вас с заявлением от самого банка. В заявлении от банка у меня указано три пункта. Первое. Мошенники сменили ваш номер телефона. Второе. Была попытка перевода денежных средств вашего лицевого счета. И третье. На ваши паспортные данные был оформлен кредит. Все эти действия необходимо будет отменять. Для этого вам Центральный банк предоставляет специалиста службы безопасности Демидова Сергея Александровича. Личность этого специалиста я вам подтверждаю. Он будет обязан вам предоставить необходимые инструкции по отмене мошенничества, да, сообщить, что и как необходимо вам сделать. Вы эти действия будете выполнять. Скажите, вы сейчас на работе находитесь или дома? Нет, я дома. А послушайте, дома, этот кредит, есть... а куда он поступил, этот кредит? Потому что у меня никуда он еще не поступил. Нету. Он еще никуда не поступал, Владимир Андреевич. У вас, скорее всего, некорректная информация отображается в личном кабинете. Касательно того, как посмотреть корректно, вы спросите у Демидова, он вам все объяснит. Хорошо? Хорошо, да. Так, попрошу вас сейчас никуда не заходить без ведома Демидова. Поскольку он предоставляет вам необходимые инструкции по отмене мошенничества, он теперь за них и отвечает. Угу. Понимаете, о чем я говорю? Да. Отлично. Также для того, чтобы снять с вас полностью всю юридическую ответственность за действия, которые у вас сейчас производятся от вашего имени, якобы, вам необходимо будет дать голосовое согласие. Голосовое согласие звучит таким образом. Я, ваша фамилия, имя, отчество, готов сотрудничать, а также дату рождения называете. Можете проговаривать, я буду фиксировать эту информацию, а потом подкреплять материалом дела. Это мне говорит, что я, Кожевников Владимир Андреевич, и дальше что тогда? Дату рождения и готов сотрудничать. 12 марта, это самый 85-й год. Готов сотрудничать. Угу, хорошо. Скажите, Владимир Андреевич, у вас ко мне вопросы какие-либо имеются? Да нет, не имеются. Надо уже как-то быстрее это все делать, чтобы не пропали деньги. Хорошо. В таком случае, еще раз уточните, рядом с вами никаких посторонних лиц не имеется? В данный момент нет. Нет. А почему вы поставили меня на громкую связь, уточните? Так вам удобнее меня слышно, или вы что-то параллельно делаете? Нет, мне так удобнее, потому что у нас гром гремит, и дождь идет, и почему-то так лучше слышно. Я понял, хорошо. В таком случае я сейчас направляю вас на вашего специалиста, Демидова Сергея Александровича. Он вам предоставляет необходимые инструкции, которые вы выполняете. Самодеятельностью вы не занимаетесь. В таком случае, если будете заниматься самодеятельностью, банк может снять с себя всю ответственность. Потом будете сами разгребаться своими проблемами. Поэтому... Mm-hmm. Четко выполняете требования Демидова. Если что-то непонятно, переспрашиваете, уточняете.
но сотрудничайте. Если же прям сильно непонятно, направляете запрос на меня, я сам с вами свяжусь, объясню эту ситуацию, скажем так, другими словами, более простыми. Договорились? Хорошо, хорошо, я понял, да. И помимо этого, я буду еще с вами тоже связываться, уточнять, на каком этапе вы находитесь. Поэтому сейчас ожидайте, пожалуйста, звонка вашего специалиста, Демидова Сергея Александровича, и выполняйте дальнейшие его инструкции. Да, вопросы, хорошо. Вопросы есть? Нет, нету. Все, ожидайте, пожалуйста, звонка Демидова. Будем с вами на связи, всего доброго. Хорошо, спасибо, да. Алло? Да, Владимир Андреевич, это Демидов Сергей Александрович, ваш специалист по безопасности. Да-да. Поступил ответ от правоохранительных органов, пообщались с вами, уточнили детали, информация, которая была ими предоставлена, была вам понятной. Да. Возможно, есть какие-то вопросы у вас? Да нет, вопросов нет. Единственный вопрос, как, чтобы это как можно быстрее все исправить. Не пропали деньги. Да, все исправим, не переживайте. Владимир Андреевич, уточните, мою личность, сотрудника отдела безопасности, о нем подтвердили? Да, да, он так и сказал. Я вас понял. Хорошо. Смотрите, мне нужно будет направить вам документацию на ознакомление в мессенджер WhatsApp на данный номер телефона направляем. 5336. Да, но вы знаете, я им давно не пользовался. Его надо установить и, наверное, по новой верифицироваться. Да, да. У вас разговор интернет работает? Работает, но сейчас попробую, подождите. Да, тогда откройте, да, загрузите сейчас мессенджер WhatsApp, чтобы вы сразу могли ознакомиться с документацией. Как загрузите, мне сообщите, я ожидаю на линии. Сейчас, да, попробуем. Алло, вы здесь? Да, да, я на линии, Владимир Андреевич. Установили WhatsApp? Я WhatsApp установил, но дело в том, что мы отправили смс с кодом на, значит, номер. Код не приходит. Единственное, что он мне предлагает, что можно либо повторить смс, либо позвонить мне. Выберите, повторите смс. Видимо, из-за того, что мы находимся на линии, вам сейчас смс не поступает. Я сейчас прерву линию разговора буквально на одну минуту, после этого сразу же выполню повторный звонок. Давайте, это время да. Да, код. Да. Или в крайнем случае я тогда звонок запрошу. Там должны предоставить код, насколько я помню. Хорошо. Алло. Алло. Да, Владимир Андреевич, это от Демидов Сергей Александрович. Секунду, секунду. Пришло мне смс. Сейчас, одну секунду. Да, я ожидаю. Так, ну все, вроде как у меня есть. Угу, да, открой теперь раздел чаты. Да, и посмотрите, я вам там направил смс Демидов Сергей Александрович, ваш ведущий специалист. Просмотрите, видите этот чат? Да, этот чат вижу, да. Вот, через этот чат мы с вами пойдем. А, нет, все, да. Второй чат, это вообще не связано с вами, да. Второй чат, это вам направили документацию. У вас там будет документ, он в четырех файлах. Ой, в двух файлах, это формат PDF для печати и в формате фото для ознакомления. Там, собственно, и указана процедура переактивации единого лицевого счета, который мы с вами будем проводить. То есть у нас состоит из двух этапов, это удаление текущего счета и активация нового. Вы сейчас ознакомитесь с документом, я на линии ожидаю, после этого более детально вам все объясню. Да, хорошо, сейчас читаю. Это что, мне надо будет деньги снимать тогда, я так понимаю? Алло. Да, все верно, Владимир Андреевич. Так ознакомились, да, уже? Я, да, но я дочитываю, я просто не понимаю, допустим, те, которые у меня... Владимир Андреевич, Те, которые у меня на текущем счету, я понимаю, что я их могу снять, а те, которые у меня на депозите, это мне надо к оператору тогда идти, это тогда депозит нужно разрывать, я потеряю проценты. Это так же, Я вам все объясню, Владимир. В первую очередь, сейчас факт, не ваше вине, поэтому никаких финансовых... взыскание с вашей стороны будем. Соответственно, так как указано в документе, процедура приоритета из двух этапов. Это снятие средств и удаление текущего счета. А второй этап – это активация нового. Да, поскольку сейчас к текущему счету доступ получили недобросовестные работники банка. Соответственно, для первого этапа – это удаление счета, вам необходимо будет
обналичить все средства, которые находятся на ваших финансовых ячейках, то есть картах, счетах, вкладах и так далее, до того момента, пока баланс по всем вашим финансовым ячейкам не будет равен либо менее 1000 рублей, поскольку эту сумму банк может перенести самостоятельно. Соответственно, для первого этапа вы направитесь в отделение банка, где сможете обналичить всю денежную сумму. Также сразу вам сообщаю о том, что поскольку сейчас зафиксирован как мошенники здесь, как вы составляли заявку на финансовый отдел, это вы указывали сумму по вашему вкладу, также указывали баланс по вашей дебетовой карте. Соответственно, поскольку сейчас будут проводиться внутрибанковские разбирательства, также будет идти следствие и переактивация счета, мы не можем при выполнении этой процедуры рисковать вашими средствами. Поэтому они были установлены на резерв банка. Соответственно, при обналичивании денежной суммы вам будут выданы не ваши денежные средства, а средства банка, что будут специального образца. Это не значит, то, что они будут как-то визуально отличаться от других купюр, на них не будет никакой краски, нет. Просто я думаю, вы знаете, что на каждой банкноте есть серийный номер, который находится в правом верхнем углу. Замечали его когда-то? Ну да, конечно, на каждой есть номер. Да, вот, соответственно, он у каждой купюры индивидуален. Все серийные номера, выданных вам купюр вне зависимости от метода получения, также вне ведома сотрудников отделения, они все будут считаны перед выдачей к вам и направлены в реестр центрального банка. Это значит, что средства, которые вам выдадут на руки, вы ни в коем случае не передаете третьим лицам, не оставляете на хранение дома, не используете для наличного расчета и так далее. Потому что именно эти же купюры необходимо будет внести обратно на резерв банка в определенный период времени. По завершению первого этапа, это снятие средств, мы сможем приступить с вами ко второму этапу. Второй этап заключается во внесении средств на резерв вашего обновленного лицевого счета путем внесения через официальное банковское оборудование. Все действия вы будете выполнять под моим руководством, также предварительно ознакомившись с документацией. Более детально уже вас проинформирую перед самой процедурой внесения. По завершению второго этапа я смогу приступить к переактивации вашего единого лицевого счета. В этот момент все финансовые ячейки, то есть ваши карты и вклады, отказываются от текущего счета, он удаляется, и в системе банка вам активируется новый, куда также привязываются ваши финансовые ячейки, то есть карты и вклады ваши остаются неизменными, меняется только внутрибанковский счет. После чего денежная сумма поступает обратно. Я проценты не потеряю от твоего депозита? Вот как раз вот об этом вам говорю. То, что после второго этапа, когда денежная сумма поступает обратно на ваши финансовые ячейки, она поступает в том же объеме, в котором была и до снятия средств. Мы понимаем, что все эти действия вы проводите только в ходе отмены мошенничества, поэтому вам необходимо будет сохранять все чеки, как о снятии, так и о внесении, поскольку также по данным чекам будет производиться компенсация всех финансовых взысканий, которые могут проходить, то есть, если речь идет о комиссиях и так далее. Соответственно, по завершению внесения и переактивации счета вам будет назначена встреча с региональным представителем от Центрального банка в течение 2 рабочих дней. Встреча с региональным представителем подразумевает перед собой передачу документации в оригинале. Вы, в свою очередь, уже с полным пакетом документов, всеми чеками о действиях, можете посетить управление правоохранительных органов для написания заявлений. Теперь уточните, Владимир Андреевич, была ли вам данная информация понятна и какие вопросы у вас ко мне имеются? Ой, да не знаю, вроде была понятна. Но мне тогда нужно идти к оператору, чтобы депозит закрыть, получается. Да, для этого вам необходимо будет непосредственно в отделение банка направиться, но да, не торопитесь этого все делать. Я все время буду находиться с вами на линии, только после предоставленных инструкций, также разрешения от сотрудника правоохранительных органов, вы будете посещать отделение. Поскольку сейчас в мошеннических операциях подозреваются именно сотрудники банка, и поскольку мы не знаем, кто именно является сейчас мошенником, вам нужно быть предельно внимательным, аккуратным и обращать внимание на различные мелочи, на которые вы ранее могли бы это не обратить. Скажите, сколько примерно времени вам потребуется для того, чтобы вы могли сейчас собраться, выходить из дома?
Ну, мне надо минут 5-10, еще в одно место надо успеть забежать. А это самое... А до банка мне идти недалеко, потому что он буквально недалеко от моего дома. Так, я вас понял. Хорошо, тогда поступим следующим образом. Вы сейчас направляетесь собираться. Мобильное устройство ставите, пока собираетесь на зарядку, пусть, либо же вы до этого поставили. А, ну уже стоит на зарядке. Не ставили на зарядку телефон? Стоит на зарядке. А, уже стоит на зарядке. Все, отлично. Все, отлично. Тогда сейчас вы телефон оставляете на зарядке, собираетесь. Когда будете выходить, предварительно об этом мне сообщаете. Мне вам позвонить на этот номер? Нет, мы с вами остаемся на линии. То есть мы с вами линию разговора не прерываем, вы меня не отключаете от телефона и так далее. Просто вы кладете телефон на стол, можете там заблокировать экран и направляетесь собираться. Я так понимаю, вы проследуете в отделение банка, которое находится на улице Озерная, 5? Нет, на улице Тельмана. Я на Тельмана, 19. А банк у нас Тельмана, не помню номер какой. Так, по улице Тельмана у вас не отображается отделение Сбербанка? Ну как не отображается? По Тельмана... Тельмана 23 или Тельмана 32, как-то так. Сейчас одну минуту просмотрим. Нет отделения банка по улице Тельмана 23. В любом случае, вы посещаете отделение банка только то, которое будет предоставлено на финансовым отделом. И это будет одно из двух отделений, я так понимаю, либо на Озерной 5, либо же на улице Александра Невского 50. Поэтому вы сейчас собираетесь, я пока подожду ответ от финансового отдела с адресом отделения. Вы берете с собой ваши документы, карты, если есть наушники к мобильному телефону, то возьмите наушники, и когда будете готовы выходить, вы мне об этом говорите. Также помните о соблюдении политики неразглашения, если ваши там родственники, близкие будут интересоваться, куда вы направляетесь, вы указываете абсолютно стороннюю причину. О том, что вам нужно в банк, что вот вам известно о мошеннических операциях, если вы общались с службой безопасности, информацию не разглашают. Сейчас, подождите секунду. Владимир Андреевич. Да. Да, жду. А что, у нас закрыли отделение, я теперь тоже не нахожу по карте на Тельмана 23, вот оно было, точно, 100%. Вот, да, то, о чем я вам говорил, то, что сейчас уже нету, похоже, я уже давно там не был, может его закрыли, правда? Да, скорее всего, правда, закрыли, потому что сейчас Сбербанк массово закрывает. Так, а на какой вы мне тогда предлагаете? Смотрите, это либо на Александра Невского 50, либо же на Озерную 5. Но я смогу вас более точно сориентировать после того, как получу информацию непосредственно уже. Хорошо, вы тогда получаете информацию, а я пойду тогда собираться. Да, вы пока собираетесь, берете, напоминаю, документы, карты, по возможности, если есть, возьмите наушники, чтобы было удобно слышать и выполнять там операции в случае необходимости. Также какой-то листик и ручку, если вам так удобнее записывать информацию, либо же там заметки на мобильном устройстве. Возможно, нужно будет что-то записать. Я остаюсь в это время на линии, когда вы меня не отключаете, собираетесь, когда готовы выходить, говорит Сергей, я вот собрался и направляемся в отделение банка. Хорошо, я вас понял. Немножко связь прерывается опять, но я все слышал, да, хорошо. Да, хорошо, ожидаю, направляйте. Давайте, да. Слушай. Алло. 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 Да, я слушаю. Да, алло. Я с Владимиром разговаривал. Могу его услышать? Он, Владимир Андреевич, ушел в отходное место заниматься делами там. А что вы хотели? Это жена его. Кто его спрашивает? Да, передайте, что это есть. Звоните, пусть не напишет. Кто звонит? Я вас плохо слышу. Алло. Передайте ему, что Сергей звонил ему. Да, вы меня слышите? Алло. Ну, вот сейчас слышу. Какой Сергей? У него много друзей, да. Сергеев. А, скажите. Да, нет, мы, скажем так, по рабочим вопросам. По вопросам рабочих. Какой Сергей?
Что-то я не узнаю по голосу Сергея. Я с работы всех знаю, ребят. А? Алло? Алло, вы где? Слушаю. Алло? Алло? Алло. Да, слушаю вас. Да, алло, слышно меня? Да. Ну, слышу, да. Да, Владимир не вернулся. Ну, тут прибежал его товарищ, что-то с машиной случилось, убежали во двор, там не могут завести. А что вы хотели? Там мне нужно поговорить, а он далеко, можете ему перезвонить? Да нет, что я пойду с 10-го этажа побегу, что ли? А что вы хотели? Что-что? Скажите мне, что вы хотели? Там, у меня там личное дело. Ну, какое личное дело? Я знаю его, я в курсе всех его событий. Он сказал, что с банком что-то случилось. Это мои события, понимаете? Что-то с банком случилось. Вот я в курсе. Это не вы звонили? Что-то деньги... Нет, не знаю, там что-то с банком случилось. А что там случилось? Вот он мне показал, бумага какая-то пришла. Откуда мне знать? А вы кто? Что за Сергей-то? Вот я думаю, что это вы и звоните, потому что номер... Не забываем подглядывать на экран. Слушаю. Говорите. Алло. Ну, я вас слушаю. Вы Сергей, да? Александр. А? Андрей Александрович, управление ФСБ. Ой. Ничего себе. А что случилось-то? А что случилось-то? Батюшки, что случилось-то? А что Сотрудника Владимир Андреевич, я так понимаю, нарушает закон 50. Какой Владимир? Какой закон он нарушает? Подождите. Какой закон он нарушает? Что случилось-то? 310 Уголовного кодекса Российской Федерации. А что случилось? А что это за закон? Я ж не знаю. Вы меня не пугаете так. А? Что случилось-то? Что он натворил? Передайте Владимиру Андреевичу. Передайте телефончик Владимиру Андреевичу. Мне с ним необходимо говорить. Так он ушел, он к соседу, там у них что-то с машиной случилось. Да, он ушел. Что вы думаете? Я не слышу, что он рядом с вами находится. Вы меня за дурака не держите. Как он рядом? Его нет рядом. У меня только кот рядом. Да вы что? Где он? Не рассказывайте, девушка. Я жена его, какая девушка, вы что? Ах, он, наверное, это самое, вы опять договариваетесь что-то встречаться, да? Куда-то ехать, опять на выходные договариваетесь? Кто это звонит? Ничего не понимаю. Он ушел во двор помогать этот самый Андрюхе, машина у него что-то вот там не заводится. Пожалуйста. Во двор, выйдите, пожалуйста. Как я выйду во двор? Телефончик. Я не пойду во двор, он ругаться будет. Он не любит, когда... Волка. Нет. Вы что? Сказки мне не рассказывайте, девушка. Дайте телефон вашему супругу. Я не девушка. Я Валентина Петровна. Что значит девушка? Вы кому? Кожевникова. Да. Кожевникова Валентина Петровна. Владимир Андреевич мой муж. Хорошо. Так что случилось? Объясните мне, что случилось, что он натворил? Да я не имею права вам разглашать, мне необходимо. Он ничего не натворил. Ну а что? Почему ФСБ-то тогда звонит? Я не понимаю. Почему ФСБ-то звонит? А кто должен? Так я и спрашиваю, что случилось, если звонит ФСБ? ФСБ вообще первый раз в жизни к нам ФСБ звонит. Мне даже, мне сердце плохо. Что он натворил опять? Что натворил? Передайте телефон. Опять где-нибудь с девками там где-нибудь кутил, куда-нибудь попал, куда? Пьяный, что ли, за рулем ехал? Что случилось? Как я ему передам, а не там... Да не буду я вам этого рассказывать. Еще раз вам подойдите к своему супругу. Да не пойду я с ним, я с ним разругаюсь. Опять что-то натворил. Почему? Ну так если ФСБ вот звонит, нам вообще ФСБ никогда не звонит. Что значит быстрее? Что значит быстрее? Объясните мне, что случилось? Ой, мне плохо уже все.
я не могу никуда пойти, иначе он будет ругаться, и я буду с ним ругаться. Объясните мне, что случилось. Вы мне не объясняете, как я могу пойти. Я пойду ему скажу, кто-то звонит, какой-то ФСБ, он меня пошлет. Ну, и алло. Что? Да. 52-го года рождения, 01-12. 52-го? Подождите, какого года он? 31, квартира 236, правильно? Ну, и кто? Правильно говорю? Да. Паспортные данные. 45-00-00-54-49-24. Это вы у нас? Ничего не поняла. А чьи это паспортные данные? Я и не как помню. Это вы не... Я свои откуда я могу помнить свои паспортные данные? Продиктуйте еще раз. 40... Паспорт в руки. Вы паспорт взяли в руки? Сейчас, подождите. Ой, а где у меня паспорт? Давайте быстрее, давайте. Ну, давайте, сейчас, подождите, беру паспорт. Давайте. Угу. Так, где мой паспорт? О, господи, не найду никак еще. Да что ж такое делается? Так, ну, нашла, давайте, диктуйте. 45. Диктуйте 5 цифры. Нет, так вы продиктуйте мне, что у вас-то есть. Серию и номер диктуйте мне, говорю. Нет, я свой паспорт по телефону диктовать не буду. Это вы диктуйте, что вы мне сказали. А вы не услышали? Ну вот еще раз повторите. Если вы услышали, давайте диктуйте. Вот диктуйте мне мой паспорт 45. Дальше. 54-49-24 Так, сейчас верим. 45. А что такой номер-то длинный? А что такой? Не номер, это серия и номер. Ну, так что-то длинный больно. 6 цифр должно быть. Какой а у вас... длинный больно? А у вас много тут. А кто-то еще ему звонит? А кто это может еще звонить ему? Еще раз. Ой. Что значит цифр много? Посмотрите на свой паспорт. Там сбоку у вас идет 4 цифры, это серия. А потом идет 6 цифр, это номер. Я вам диктовал тоже. Не, у меня совсем другой номер. Это вы не мой номер продиктовали. У меня даже близко такого нет номера. Да. Дату рождения свою назовите мне. А зачем вам? Почему? Ну зачем я буду вам называть, если вы даже данные паспорта неправильно сказали? Необходимо проверить сейчас. Ну, проверьте. Какая-то ошибка, значит, произошла. Ну, 1 мая 55-й. Так, Валерия Петровна. Ага. А? 1 мая 67-й год, господи. 1 мая 67-й, 55 лет. Вы мне сейчас не врете случайно? Как я могу врать? Вы что? Алло. А как я могу врать? Не забываем подглядывать на экран. Ну вот как рассказываете мне сказки, так и врете. Почему не передаете телефон вашему супругу? Как я ему передам, если он ушел к Андрюхе? А кто мне еще звонит? Да это... Пройдите к нему, мы с вами 7 минут разговариваем. Вы ходить не можете, что ли? Я не могу давайте пойти к нему, иначе я буду ругать. Кто мне еще звонит тут? Это ваши звонят мне? 499-371 номер. Без понятия, кто вам еще звонит. Ну, а кто мне с Москвы? Телефончик передайте Владимиру Андреевичу. Я не могу ему передать телефон. Я ж вам объясняю. Он ушел. У них там... Алло. Да, Владимир Андреевич, это Семенов Сергей Александрович, ваш специалист по безопасности. Да, у меня тут... Что у вас там происходит? Да, у меня дома просто скандал. Кто звонил, почему звонил, какой банк, какие проблемы. Я просто еле отбился. Достал. Я вас понял. Вы сейчас где находитесь? Вот вышел из дома. Я теперь не знаю, в какой банк. Вы документы и карты взяли? Да, взял. Документы и карты взяли? Конечно. Хорошо. На телефоне сколько процентов заряда у вас? Сейчас 68. И
Еще раз смотрите. 68%. Да. Я вас понял. Отлично. Смотрите, вам сейчас нужно будет направиться в отделение банк. Да, я услышал. Владимир Андреевич, вам сейчас нужно будет направиться в отделение банка, которое находится так, сейчас одну минуту, мне предоставлялись адрес отделения. Сейчас просмотрю вам, подскажу. Озерная улица 5, знаете где это? Да, знаю, где Озерная. Вот, вам необходимо туда направиться. То есть вы также в отделение банка, соответственно, не заходите, а вы сейчас направляетесь туда. Я в это время также остаюсь с вами на линии, то есть мы разговоры не прерываем. Когда вы будете подходить к отделению банка, метров за 100, вы останавливаетесь, сообщаете об этом мне. Я вам предоставляю полную инструкцию касательно ваших действий в отделении банка. После этого вам также поступит звонок от сотрудников правоохранительных органов, и уже после этого будете заходить в отделение. Хорошо, все, хорошо, тогда можете, да. Направляться, я на линии ожидаю. Да, договорились, да, хорошо. Слушаю. Я вас слушаю. Алло. Алло, Вов. Да, я слушаю вас. Ой. Вот. А Вову можно к телефону? Кого? А Вова где? Какой Вова? А кто Владимир. Его спрашивает? Кто его спрашивает? Кто? Вы кто? Я жена. Валентин Петрович. Я понял, а где товарищ? А где его, а где он? А, вы товарищ, а как ее зовут, товарища? Мусор пошел выбрасывать, так, она купилась. Сидит дома, не может мусор вынести, то с друзьями, то еще куда-то. Слушай, алло. Алло. Владимиру Андреевичу, передайте телефончик. Ой, а кто его спрашивает? Питерский. Гражданочка, передайте обратно телефон вашему супругу. Прямо сейчас. Только что с ним говорил. Что-то ересь у вас происходит. А что ты питерский номер? А кто ему из Питера звонит? Какая разница, кто ему звонит из Питера? Ой, а вы мне звонили с московского номера, а что-то у вас питерский сейчас. А куда? Вот он пошел куда-то. Я его догнала, он куда-то, сука, пошел. Опять, наверное, девкам деньги перечислять. Банк, говорит, надо срочно. Что значит банк? Каким девкам? Откуда я знаю? У него какая-то шалава завелась, он вечно и деньги перечисляет. А что ж ты такая? А что я такая? Друга, что у него завелась девушка, а ты старая? Ой, а можно подумать, ты не такой, а? Ну? Все из одной вы это самой конторы. Какой конторы? Угу. Ну ходит Владимир Андреевич к нам к шлюхам, и что? Вот, именно ходит. И ты туда ходишь, да? Я там начальник. Как бабу его зовут? Ну-ка скажи мне. Если дату рождения свою скажешь, скажу. Так я тебе говорила уже. Откуда звонишь-то? Это сказки. С какого городишка звонишь? Ну-ка скажи-ка мне. Ну? Бордель на Ленинградской, которая находится. А, на Ленинградке? Молодец какой. А ты там кем? Жопу свою подставляешь, да? Ну, все. Твоей матери второй в очереди иду. Петушок ты, значит, да, там? Петушара. Ну, хорошо работаешь, петушара. Ну, а что? Ну, а что, петушара? Ну, рассказывай. Много петушаре платится? Дочь шлюхи и раба. А материться ты зачем? Вот ты слышишь, я ни одного мата не сказала. Вот я ни одного мата не сказала. Вот видишь, как